Камчатцы, отменившие отпуск из-за пандемии, смогут воспользоваться северными льготами, чтобы слетать в долину гейзеров или на Курильское озеро. Кронутский заповедник совместно с компанией-авиаперевозчиком разработал специальную программу для жителей края. Обменять льготный проезд к месту отдыха на путешествие в заповедные места Камчатки смогут работающие жители края, военнослужащие и их семьи. Есть два варианта – полет в долину гейзеров с посещением кальдеры вулкана Озон и Налычевских горячих источников. Второй вариант – Курильское озеро, Ходуткинские источники и кальдера вулкана Ксудач. Для жителей края действует скидка на путевку в заповедник. Достаточно лишь предъявить паспорт с пропиской. По возвращении с вертолетной экскурсии компания-перевозчик выдаст пассажирам посадочные талоны и справки о стоимости перелета для получения компенсации. Программа заработает после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.